Привет, друзья! Весной и летом организм максимально требует витаминов, и поэтому на любые праздники я вот делаю вот такие вот спринг-роллы. Их можно делать с разной начинкой. Здесь я покажу, как делала именно я. Такую начинку я очень люблю. Такие роллы можно брать с собой и на работу делать, допустим, по одному-два штучки в качестве перекуса. Это абсолютно не калорийно и очень полезно. Давайте приступать. Для начала нам понадобится рисовая бумага. Вот так вот она выглядит, довольно плотная. И также понадобится широкая какая-нибудь посудина с водичкой, слегка тепленькая, но в принципе даже комнатной температуры подойдет. Макаем рисовую бумагу буквально на 3 секунды в водичку, полностью ее окунаем, водичку сливаем. Он не должен полностью вас размякнуть, он еще дойдет от влаги. Выкладываю на досточку. И затем раскладываю любимую мне начинку. Сюда, в принципе, можно завернуть все, что угодно. Так как сейчас весна и хочется вот такой вот побольше разной зелени, у меня здесь будет салат и положила еще немножечко шпината сюда. Конечно же, как без полезных жиров, сюда мне нужны еще будет авокадо. Небольшой кусочек. Для вкуса я буду намазывать слегка икоркой, но это вообще не принципиально. Сюда может подойти и сливочный сыр, а можно ничего не добавлять. Но просто икорка, она дает и слегка соленоватый вкус. В общем, мне так больше нравится. Выкладываем красную рыбку, любимую. В принципе, сюда даже консерва какая-то может подойти, если у вас есть такое желание. И начинаем заворачивать. Посмотрите, этот кусочек рисовой бумаги абсолютно размяк, он при этом остается пластичным и дает возможность тугенько скрутить наш ролл. Подворачиваем сначала края и затем тугенько скручиваем ролл и проворачиваем. Получается вот такой вот ролл. Его как шаверму можно с собой взять на работу. Это очень полезно и очень вкусно. Вот такой вот он в разрезе получается. Дерзайте, это очень просто и на любой праздник в качестве прекрасной закуски подойдет к вашему столу. С вами, как всегда, был Кекс, жду ваши лайки. Пока-пока!